Крупное ДТП произошло возле населенного пункта Красная Горка на трассе М7 неподалеку от Цивильска. К сожалению, есть погибшие и раненые. Как нам сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии, авария произошла около 14 часов, и предварительно ее виновником стал водитель автомобиля Audi. Он ехал со стороны Цивильска в направлении Чебоксар и вышел на обгон в месте, где это категорически запрещено – двойной сплошной линии разметки. При совершении этого маневра он задел касательно две попутные машины и вылетел на встречную полосу движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем «Пежо». В результате водитель «Пежо» погиб на месте. 9 человек получили ранения. Всего невольными участниками ДТП стали 6 автомобилей.